Сейчас поделаем упражнение на перекладине. 30 лет их не выполнил. Мне уже 30 лет уже не тот возраст. Всем здорово. Выполняем упражнение на растяжке прямо у себя в офисе. Деловом костюмчике, видите. Пока начальство не тут, почему мне нравится дежурить по выходным. Потому что все предоставлено. Все предоставлено тебе. Можно и позаниматься спортом, и устроить ночлег, как вы видите, из стуля самодельный. Пока начальство не видит. И позаниматься спортом. Тут, кстати, вот я же говорю, есть и перекладины для отжиманий, для пресса. Можно сделать из столов. И вот те маты с подручных средств. Тут же ковер, считай, что все принимаешь. У тебя вот и стена. Тут можно прогибы делать. Только если место расчистить. Вот тебе гантели. С водой двадцатка, 20 грамм.
Можно найти чем заняться даже в офисе на рабочем месте физкультурой. Найти способы занятия физкультурой и спортом. Из подручных средств, приспособлений. Соорудить спортивные снаряды можно и заниматься спортом, поддерживать себя в физической форме даже в офисе на рабочем месте. Продолжаем серию упражнений в офисе. Упражнения на прогибы, на растяжки, прогибы учили у нас в офисе. Вот, как я говорю, с кем-то уже может. Ну, отпускай. Можете поближе. Ну что, теперь вынесем 22 у нас будет типа плюс. Ну что это, какие у вас стандарты? Сейчас я точно научу. Вот уже получше. Ладно, сейчас супер. Там соседи. В офисах уже работают. Видите, сколько время? 8 часов. Сейчас начинается работа у всех. А я тут скачу, как сойдет. Ну, последний вопрос. Как обычно. Чем я занимаюсь на рабочем? На рабочем месте, господи, сумасшедший точно. Мне скажут, дурдом пора тебе. А что, я поддерживаю физическую форму. Они все сиднем сидят в офисах, а я нет. Вот как летом надо ходить по улицам Тюмени. Загорать только так. Потому что заранее невозможно стоять. Ладно, я пошел гулять голым по улицам Тюмени, полуголым. Загорать что? Полезно?
И называется раскрепощение. А хули толстым бы я точно полуголым не пошел. Теперь не стыдно, хотя дрищ тоже, он девушки смотрит. Дрищ-то тоже не очень-то. Что, короче, делает с людьми любовь, влюбленность девушек. Настоящая. 9 рублей всего сыр нашел. Такую огромную пачку. По сравнению с сырными за 500 он рублей не жил. 29 рублей всего 100 грамм сыра. Вот он этот рассадник неправильного питания, нездорового. Булочки, хот-доги, все стряпанное, все опасное для вашего здоровья. Приводит к ожирению подобное питание и, соответственно, к различным последствиям болезням. Сахарному диабету, диабету и так далее и тому подобное. Это на ГАЗ М20 Победа или Волга. Позвольте прикоснуться к классике. Это же ретро-классика, блин. Я никогда не сидел за ней, за рулем. Все, отпечатки оставил свои. Ух ты. Салон, смотрите, какой классный. А ни хрена вам не видно, наверное. Ну-ка. Что там написано? Ага, все понятно. Не касаться ничего. Ну-ка подальше отойдем. Фото на память, на лучше. Кто-то меня рядом со мной сфотографировал. Ретро-классика стоит в Тюмени, легендарная, легенды советского авто, автолегенды СССР, вот так вот, автолегенды СССР, в общем, советская классика. Ой, больше грузы возят, такой симулятор даже у него. Давай к нам еще, блин. Вроде ко мне заворачивай. Нет, проехал. Моя Тюмень, небо синий блеск огней.